Доброго дня, дорогі учасники та учасниці сьогоднішньої нашої зустрічі. Це віртуальна екскурсія до парку Рутас. Ми знаходимося з вами в Литві, в місті Друзвінінкай. І це парк, який дасть нам можливість сьогодні поговорити про декомунізацію і ставлення, власне, до історії, її переосмислення. У нас міжнародна зустріч, і ми ведемо запис. Є представники і представниці країн Східного партнерства, і, власне, саме тому частина нашого заходу буде російською мовою. З нами наш сьогоднішній гід, який тут знаходиться в Литві. І після цього також учасники з України зможуть подискутувати українською мовою в окремій кімнаті, іноземні учасники з інших країн зможуть подискутувати в окремій кімнаті. Мене звуть Назарій Боярський. Я сьогодні буду також з вами в цьому парку віртуально і разом з нашим гідом. І зустрічаємося в межах такого проекту, як «Караван громадянської освіти в Литві та Польщі». Це подорож, яка допомагає організувати освітні заходи в різних містах Литви та Польщі для вимушених мігрантів та мігранток, для того, щоб охопити їх, людей, які мають менше можливостей доступу до громадянської освіти через незнання мови, через інші країни, де перебувають, через інші причини, допомогти їм отримати доступ до програм громадянської освіти, які ми організовуємо в тих чи інших містах. А це вже зараз, здається, 10 міст, і, можливо, ще навіть буде більше. Дякуємо всім, хто тут зібрався. І я не буду витрачати зайвий час, а просто передам слово нашому сьогоднішньому гіду Марку Псоніку, який є ліцензіованим гідом-екскурсоводом в Литві, і він нам тут в парку розповість про те, власне, як Литва ставиться до радянського періоду окупації, як виник парк Рутас, і що ми тут зможемо побачити. Марік, вам слово. Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся в очень необычном месте. Таких музеев больше не существует нигде. Недаром парк Грутас входит в рейтинг самых, в топы рейтинга самых необычных музеев мира. Блестящая идея одного литовского предпринимателя родилась, когда в 1991 году рухнул Советский Союз, и началась активная фаза декоммунизации и десоветизации Литвы. И вместо того, чтобы пустить на переплавку все эти массу скульптур, которые были во всех городках, городах, деревнях и где только угодно, этот человек придумал все это свести в одно место и создать музей советской оккупации. Именно музей того периода советской истории, когда Литва, потеряв свою независимость, была оккупирована СССР, скажем так. У меня за спиной, наверное, самый главный советский символ Ленин, Владимир Ильич, фамилия маленьких Лениничков тоже, который стоял на главной площади Вильнюса, на площади Ленина, тогда она называлась, на проспекте Ленина. Так вот, у меня за спиной, можно сказать, главный Ленин Литовской ССР, который стоял на главной площади, конечно же, название которой было площадь Ленина, и теперь он оказался в таком обществе своих друзей, братьев, клонов и так далее, и так далее. Как вы понимаете, эти памятники штамповались во всем Советском Союзе по шаблону, но иногда возникали очень интересные нюансы, допустим, не так давно один из культурологов заметил то, что у Ленина оказывается пальто женское, пуговицы не с той стороны. И, конечно, началась дискуссия. Кто-то говорит, это протест автора против советской власти и так далее, и так далее. Скорее всего, это просто ошибка. Художники – народ такой. Но все художники в советское время, по крайней мере, сколько я знаю, в Литве, были обязаны делать скульптуры идеологические, чтобы их не выбросили из союза художников, не лишили работы и так далее. А если мы посмотрим с другой стороны, то тоже еще один очень интересный монумент, который когда-то стоял возле Вильнюсского университета в кампусе, современном красивом кампусе Советикес. И это вот, ну, одного вы, наверное, узнали, это Ленин, а другой это вождь литовских коммунистов Винцес Мицкевичус Капсукас. И в этом кампусе специально спрятали этот монумент, который до этого должен был стоять на одной из главных площадей города.
Его просто убрали, потому что комиссия заметила, что ай-яй-яй, как это такое случилось? Подсукас выше Ленина. Это неправильно. Вождь должен быть всегда выше всех. И вот эта вот пропаганда в советские времена везде была. В Литве декоммунизация происходила очень бурно и очень быстро. И огромное спасибо создателю этого музея, Вильямасу Малинаускасу, что он сохранил все это. Сейчас тут проходят всевозможные эдукации, приезжают дети, и все это показывается, детям объясняется, что это такое. Лет 20 назад, когда только открылся этот музей, я тут был, и меня приятно удивил один вопрос маленькому ребенку. Кто такие эти дяди и почему их так много? Тогда я понял, что все-таки этот ребенок уже родился в другой стране. И он, к счастью, не знает, что это за дяди и почему их так много. Вот. Сам парк сделан по принципу концлагеря. Обнесен колючей проволокой, есть вышки, все, чтобы человек получал ощущение, что он таки попал в несвободную территорию, на территорию тюрьмы, чтобы это напоминало ему об оккупации и всем том нехорошем, что было в те времена. Сейчас мы как вдоль этого рва, который тут специально создан, вдоль колючей проволоки перейдем к другим монументам. У нас тут немало собрано. Увы, не всем монументы удалось спасти для эдукации. Очень быстро были переплавлены на металл, разрушены. Но столько, сколько здесь есть, то вполне хватает для того, чтобы детям объяснять, что это такое. Потому что эдукация, наверное, в первую очередь, обучение. Просто разрушить и забыть – это плохо. История бывает, что возвращается. Поэтому детей воспитывают в духе, в ключе того, что будьте осторожны. Внимание, как только появляется много памятников кого-то, это уже значит в обществе что-то не так. Здесь мы видим еще одного персонажа, тоже всем известный от территории бывшего СССР и не только, Феликс Эдмундович Дзержинский. Увы, который вырос в Вильнюсе и, скажем так, горожанин того же моего города, и всеми своими горожанами мы можем гордиться. Но таких монументов тоже было много. А здесь как раз вот о чем я говорил, создана специальная вышка. Такие вышки везде по периметру этого музея находятся, чтобы напоминать, что дальше выхода нет, вы в тюрьме. Чем, собственно, и являлся Советский Союз. И монументов здесь много. В таком парке можно гулять целый день. Любыми микроскопами. Конечно, для молодых людей, которые не видели советской власти, это все выглядит экзотично. Для меня это напоминание молодых родах, как мы это воспринимаем. Здесь мы приходим к еще одному Ленину, который стоял в Каунасе, второй по величине город Литвы. И такой достаточно интересный Ленин в движении созданный, вроде как он куда-то движется, и если вождь движется, значит и мы движемся, куда мы все двигались, абсолютно было неизвестно. Кстати, еще не сказал про нашего вильнюсского Ленина, тут у нас такая в молодости была такая шутка, что он со своей правой рукой, вождь пролетариата, показывал прямо на культовый вильнюсский пивбар Тауро Рагас, как бы указывая нам дорогу. И мы в молодые годы вот этому завету Ильича так и следовали. Всегда старались как-то снимать все через призму юмора, потому что если было задуматься об этом серьезно, то все бы выглядело очень грустно. А в молодые годы не хотели. Ну, здесь мы видим опять-таки монумент лидеру литовских коммунистов, Винцес Мицкевичус Капсукас, в честь которого в советское время переименовали города, площади и так далее, и так далее. Это, если помните, тот, который оказался выше Ленина. И комиссии строго следили за всеми этими монументами, были специальные стандарты, кто должен быть выше, кто ниже, как все это должно выглядеть, как должен вождь сидеть,
стоять, лежать, все это было Ну да. регламентировано. И причем тоже очень интересный факт, один из культурологов заметил, что чем ближе передвигаешься к Средней Азии, тем становятся уже глаза у Ленина. То есть специальная была инструкция для национальных республик, Ленин должен быть похож на местных жителей. Учитывали все нюансы. В пропаганде все очень важно, даже такие нюансы учитывали. И жизнь — это прекрасное место погулять. Лес. Отлично. Если бы не колючая проволока и не вышки, можно было бы почувствовать, что ты в раю. На самом деле, глядя на эти монументы, это место как раз рай и не напоминает. Одно место прямо противоположное. И таких Ленинов, больших и маленьких, было тысячи и тысячи. Литва провела, как я говорил, очень бурно и быстро эту политику декоммунизации. И я думаю, что это было правильное решение. Это мое личное мнение. Потому что где это проводилось медленнее, а кое-где и не проводилось на территории бывшего Советского Союза, эти памятники — это не просто красивые игрушки, это оружие. Это оружие, это пропаганда. И чем быстрее вы избавитесь от этого всего себя, тем легче будет строить новый мир, и чтобы дети не знали, что это за дяди и почему их так много. Тут опять-таки посвящено нашему доблестному Линцевцу Мицкевичу Сукапсукасу. Я, честно говоря, даже не знал, что столько много памятников ему было. Думал, дни Ленина. Хотя они внешне похожи. Создается впечатление, что все вожди как-то очень похожи друг на друга. Переходим еще одному. Ленин, стоявший в Клайпеде, третий по величине город, Литвы, всего доброго. И вот идя по этому лесу, мы с этими вождями встречаемся постоянно, и я думаю, что даже тем, кто все это понимает и знает, совсем не лишний раз в 5 лет как минимум приехать сюда и посмотреть, чтобы вспомнить, от чего мы ушли и куда мы идем. Сама идея парка, в самом деле, очень прекрасна. Литовские школы привозят сюда школьников, эдукация, студентов. На самом деле люди понимают. Запомнить свободу никто вам не дает, и это не гарантия, если вам ее дали, что она у вас и будет. Ее постоянно надо защищать. Потому что всегда найдется кто-то, кто захочет вами управлять. А вот это своеобразная вакцина, скажем, сейчас вакцина уже известная и популярна. Вот еще один капсулка, который стоял на Ратушной площади города Вильнюса, и именовалась именно. Но, к счастью, она уже переименована в свое историческое название, на Ратушной, как и была основателем. И Капшука тоже оттуда убрал. Тоже. Поверьте мне, это не испортило площадь. Вот как раз наша ратуша и наш мост. Это тоже очень интересная культура, посвященная командиру 16-й литовской дивизии Феликс Балтус Ямайский. Литовская дивизия — такая национальное военное образование в составе Красной Армии, воевавшая против нацистов. Вот. А тут, видите, мы-то видим еще одну вышку. Чтобы не расслаблялись, не забывали, где мы находимся. Пробовалось как колючее, электричество пущено, а потом, потому что вот это целок. Это надо. Это вот очень хорошее образование. Тоже образец соцреализма, восхваляющий доблестный труд работников и рабочего и колхозницы и так далее, и так далее. Этих образцов у нас тоже было на каждом шагу. И именно в пику этому литовское искусство всегда было очень авангардным. А потому что все, что пришло
советской властью, соцреализм считался просто оккупантским искусством, и стали только художественные школы. Вот Ленин сидячий. Кстати, этот монумент должен был находиться в Москве. Его специально по заказу делали для Москвы, но в Центральном комитете Компартии Советского Союза решили, что в том году, когда это его должны были установить, что уже один монумент был установлен в Москве литовского автора, и это слишком жирно для Литвы, чтобы за год в Москве, да, и поэтому его забраковали, и благодаря этому он появился в нашем чудесном городе Друскininke, рядом с которыми находится вот этот парк Грутов. И вот он, вид прекрасного города Друскininke, портил около 20 лет. Он как-то не вписывается в Друскininke. Ну, а, дорогие, а мы, гуляя и идя постоянно по этому парку, все время находим спрятавшихся вот, всевозможных героев того времени. Знаете, имена вам, наверное, не что-то не скажут, это такие большевики нашего местного разлива, и поэтому, скорее всего, он считает, ну, это какие-то люди, которые строили то государство, в котором мы с вами вместе жили, которое было, скажем так, совсем то государство, тем государством, о котором мы мечтали. Но, как я уже говорил, парк Грутас входит в топы рейтингов самых странных музеев мира. Но, на мой взгляд, это очень оригинальная идея, которая претворена в жизни. Равных такому парку нет. И я бы советовал тоже создать что-то такое подобное, скажем, в Украине, куда можно было бы потом возить детей и показывать все эти чудеса, которые приводят к очень неблагоприятным последствиям. А сегодня, кстати, узнал одну очень интересную вещь, сидя в кафе, что там познакомился с туристами из Израиля, и когда мы разговорились о парке Грутас, они мне сказали, Грута на иврите – это лом. Я вот никогда не понимал такой ассоциации. Это лом как таковой, и лом то, что пошло на слом. И мне это очень красиво. Хотя тут Грутас – это вполне литовское название, но вот такая ассоциация с ломом, то, что сломано, очень хорошо подходит, по-моему, для этого парка. Тут можно гулять долго, но я думаю, что мы закончим наше общеобразовательное. И желательно, чтобы приехали и посмотрели все это как реально. Потому что рассказывать это одно, но как это на самом деле, это все гораздо эффектнее и интереснее. Спасибо большое, Барк, за эту прогулку экскурсии. Я хотел только еще узнать один вас вопрос. В многих странах Восточная Прекрасная Перевилка считают независимость буквально там 30 лет, какие да, и тому подобное. В Литве другая история, да, считается больше уже 100 лет. Но что бы, пожалуйста, как это возможно объяснить, как это случилось, и на какое место советская оккупация занимает на протяжении этого периода, и может как отношение. Да, мы говорим о первой независимости Литвы. В 2018 году мы отмечали в Литве столетие независимости Литвы, потому что в 1918 году, после Октябрьского переворота, когда рухнула Российская империя, Литва, скажем так, доблестно выскочила из империи. И 20 лет, скажем так, независимости от Первой до Второй мировой войны Литва была независимым государством, она не была частью Советского Союза, как и Латвия, как и Эстония. И в течение этого времени, в этих 20 лет, выросло новое поколение уже людей независимых и свободных в Литве. И поэтому, когда сюда пришла советская власть в 1940 году, потом немецкая оккупация, потом уже в 1944 году, когда Литва была освобождена от нацистов, но в свою очередь оккупирована большевиками, я всегда говорю, когда спрашивают, как у вас относятся в Литве к гостям, я говорю, мы очень гостеприимный народ, мы только не любим, когда приезжают на танки и остаются надолго. Вот такой вот вариант.
И поэтому очередная, у нас считаются даже две были советские оккупации и так далее, но в 1990 году, поэтому Литва первая в СССР сказала: ребята, мы на выход.